Друзья, приглашаю вас на инспекцию отеля Корнелия. Это опять-таки регион у нас Белек. Сейчас мы с вами его посмотрим. Они здесь все находятся рядом. Мы смотрели сейчас Папилон, Айша. До этого был Maritim Pine Beach. До этого была Глория, Лимак Атлантис. Смотрите, вот отель сам. 3 теннисных корта. Видите, есть. Здесь есть закрытая территория с своими бассейнами. Вот он, главный корпус. Вот мы спускаемся на пляж. Прямо деревья растут посреди отеля. Бар кондитерская, 24 часа он работает. Бар на лобби. Свежевыжатые соки бесплатно. Яблоко, апельсин, морковка. Можно здесь попить. 14.53, это стандартный тип номера. Покрытие здесь ковролин. Ванна, кафель, плитка. Есть собственные халаты, тапочки, фен, собственная косметика. Здесь, вы видите, есть ванна и душ. Душ тропический. Шампунь и гель. Сразу же обычно только универсальный гель-душ. Коврик прорезиненный. Сейф бесплатно. Нормальное размещение здесь 3 человека. Видите, здесь может быть или 3 кровати. Вот одна большая, или 2 маленькие. И вот этот диван. Это еще дополнительное спальное место. В этом году они заменили матрасы, мебель, где это требовалось. В большей части номеров. Кондиционер центральный. Есть чайный уголок. Чай, кофе, сахар. Мини-бар. Заполняется бесплатно. Большой балкон с видом на море и на территорию отеля. Тренажерный зал. Вот такой тренер будет с вами заниматься, ребята. Это главный ресторан, он сейчас закрыт уже, обед закончен. Детский уголок, здесь детский буфет. Конечно же, есть блендеры, детское питание, йогурты. А это уже сам ресторан, где еду. Вы можете брать, видите, какой большой, светлый, красивый. Кушать можно как внутри ресторана, так и на террасе, на открытой. Номер 14.00, Deluxe Suite, 100 квадратных метров. Покрытие здесь тоже ковролин. Так как хозяева отеля имеют свои текстильные фабрики, они с легкостью меняют ковролины и в отеле, и в номерах. И если вы приезжаете сюда не первый раз, не пугайтесь, ковролин уже поменяли несколько раз. Ванна. Точно так же есть халаты, тапочки, здесь есть весы. Тропический душ, ванна. Закрывается отдельной дверью. Косметика у них своя. Размещение здесь максимум 3 человека. Под запрос, возможно, 4. Это нужно писать в отель. Вот видите, как в данном случае здесь получается. Вот здесь 2 человека, это отдельная спальня, закрывающаяся дверью. Сейчас попрошу открыть окна. И вот вторая.
здесь сервис 24 часа, вы можете заказывать, вам будут приносить все сюда. Собственно, шезлонги. Прямо вид на поле. В Пелоне, видите, началась первая вечеринка уже. Вот смотрите, здесь кровати, открывается шторка, и сразу же вид на море. Собственно, джакузи с видом на море. Здесь душевая. Бассейн закрытый с подогревом. Если там есть пленочка, можно выплыть на улицу сразу же. И детский бассейн небольшой. Это спа-центр. Мировар. Это бассейн с холодной водой, да? Да. Отдыха. Влажная кухня. Сауна с панорамным окном. Это хамам. Смотрите, какая здесь красота. Все в дереве. Такие клевые кресла для отдыха. Потом хамам. Хамам очень красивый. И вход в хамам. Вот здесь делают процедуры, пилинг. Процедуры стоят от 45 евро. Смотрите, это тот спа-центр, в котором мы были, закрытый бассейн. И вот здесь вы выплываете на улицу. Вот бассейн, территория, амфитеатр сразу под нами. Номер 2110 – это Villa Junior Suite. Здесь максимум 3 человека. Покрытие здесь плитка, и лежат коврики. Вот здесь одно место. Я вначале, когда заходил, снимал здесь балкончики свои, свой бассейн, своя территория закрытая, там свой бар. Здесь одна комната большая. То же самое, пол, плитка, коврик. Джакузи собственный. Туалет отделен от ванны дверью. Халаты. Тапочки. Душ. Здесь обычный, не тропический, просто. Бар Але работает до 12:00. Это такой красненький в азиатском стиле дальневосточный ресторан Алекарт. Здесь проходит дискотека, дискоклуб. Это бар на пляже, прям бар возле бассейна, работает 24 часа, а с 12 до 16 работает как ресторан. Это новинка сезона, они сделали новых 4 горки, 3 взрослых и 1 детская, есть такие большие. Полностью снесли и построили заново, новый сезон. Здесь живая музыка по вечерам. Здесь готовят также по меню, вы заказываете, и вам готовят то, что вы заказали. Рыбу, ребята принесли, например, вот рядышком бар. Я поснимаю то, что здесь сейчас можно взять сразу, а все остальное по меню. Анимация проходит с детками. Также здесь 2 раза в неделю проводят барбекю, и здесь все готовят на гриле. Морепродукты, мясо. Это пляж, пляж 118 метров, есть собственный пирс. Вот он слева. Тут же есть бар. Все как и в предыдущем отеле, вход песчаный, мелкая галька при входе, пологий.
небольшая детская площадка. Вот видите, галька, песок, песок, галька и вот песчаный. Картофель здесь, лепешки, мороженое. Здесь вы можете перекусить. Мороженое, 6 видов. Детский мини-клуб работает с 10:30 до 19:30. Раньше работал до 17:30, продлили время они на 2 часа. Смотрите, здесь прямо бассейн закрытый. Бассейн не глубокий, вода здесь теплая, есть одноводная горка. И если там есть качели, горки. Это такой у них санузел. На полу здесь специальное покрытие теплое. У тебя было день рождения. Смотрите, есть веселая карусель, поезд. Возраст детей здесь от 4 до 12. Если младше, то в присутствии родителей. Аттракционы, то есть, которые я вам снял, они бесплатно. Вот у нас горочка. Ну что, проинспектировали с вами еще один отель Корнелия. В принципе, все хорошо. Свежевыжатые соки везде. Я попробовал апельсиновый. Бары работают 24 часа. Даже два. Один в лобби, один возле бассейна. Хороший отель, зеленая территория. Концепция у него зеленая. Все зеленое. Карточки зеленые, полотенца зеленые, шезлонги зеленые. Ковролин зеленый. Все зеленое. У данного отеля есть еще один отель, Корнелия Даймонд. Там все покруче, все еще больше. Здесь площадь 65, там что-то порядка 200, наверное, они говорили. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.